Вы в курсе, что в Сочи создано новое управление по делам казачества, а возглавила его женщина? Здравствуйте, на канале ФКТ «Время» программы «В курсе», в студии Инга Габешия. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как специалисты управления по делам казачества администрации Сочи будут сотрудничать с местным казачеством, мы спросим у Ирины Шараповой, которая и возглавила данное управление. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, сейчас выражу мнение большинства, если скажу, что начальником управления по делам казачества представляется, ну, как минимум, мужчина с усами, но никак не интересная женщина. Что скажете по этому поводу? Я хочу сказать, что я очень горда, что администрация города Сочи, глава города доверил мне это направление работы. Я хочу сказать, что до своего назначения я работала заместителем директора в департаменте по взаимодействию с правоохранительными органами и также занималась этим же направлением работы. То есть вы были готовы к этой должности и есть опыт работы с казаками? Конечно, да? Конечно, да. Наш отдел, который я возглавляла, отдел по организации профилактики правонарушений, занимался как раз работой по взаимодействию с районными казачьими обществами и реализацией федерального закона 44 об участии граждан в охране общественного порядка. Моя прежняя работа тоже меня связывала с казачеством. Я работала в отделе по делам несовершеннолетних и была координатором закона 1539, то есть детского закона, в котором казачество у нас тоже принимало очень большое участие, поэтому в свое время вот я пересекалась с казачеством по работе с этим законом. Дело в том, что в 2014 году, 2 апреля 2014 года, был принят закон 44 ФЗ, об участии граждан в охране общественного порядка. Я с отдела по делам несовершеннолетних была переведена в управление по взаимодействию с правоохранительными органами. И конкретно в мои должностные обязанности входила реализация этого закона. В августе 2015 года я была переведена на должность заместителя директора департамента, начальника отдела по организации профилактики правонарушений. А вы сами не казачка? Я казачка, все мои корни казачьи уходят в уральское казачество. Для меня это просто очень большая гордость, и я думаю, что мой дед, который был родовым казаком, и я себя считаю родовой казачкой, был бы сейчас просто до безумия горд за меня, что все, что он мне прививал с детства, все традиции, все устои, все это не прошло даром. И, наконец-таки, в 50 лет я пришла к этому. И еще раз хочу поблагодарить наше руководство администрации, что мне просто удостоена такая честь быть начальником управления по делам казачества. Я сама понимаю, что это просто классно, понимаете? И в нашем городе казачество будет лучше. Я считаю, что я занимаюсь своим делом. Я чувствую и понимаю изнутри все проблемы казачества. И неважно, кто стоит у руля, женщина или мужчина. Главное, должен быть результат. А результат у нас обязательно будет. И я вообще не сомневаюсь в этом ни на секунду. Отлично, удачи вам. А кто сотрудники управления? В нашем управлении работают 4 человека. Помимо меня в управлении работает заместитель начальника управления Бобкин Даниил Петрович. Он является реестровым казаком Адлерского районного казачьего общества, имеет очень большой опыт работы с казачеством. С 2012 по январь 2016 года являлся командиром дружины на платной основе в районном казачьем обществе в Адлерском. Помимо этого у нас еще работает 2 молодых перспективных сотрудника, главные специалисты. Это Грабельников Григорий Александрович и Расков Василий Николаевич. Они имеют опыт административной работы. Я думаю, что со временем самое главное, что им очень интересно это направление деятельности, а все остальное придет со временем опыт. Одним из важных направлений деятельности Краевого департамента по делам казачества, а сейчас и вашего управления, является содействие казачьим обществам в создании условий для несения государственной и иной службы. Вот как ведется эта работа? Администрацией города Сочи осуществляется комплекс мероприятий по оказанию содействия казачьим обществам в реализации федерального закона Российской Федерации номер 154 ФЗ о государственной службе российского казачества. Это выражается в первую очередь в разработке и принятии программы муниципальной. Согласно этой программе на 2016 год выделены деньги в сумме 9 571 100 рублей. Сюда входит зарплата специалистам в районных казачьих обществах, осуществляющих деятельность по реализации данной программы. Также входят заложенные деньги на поездки в город Краснодар и другие города края. Обязательно ежегодно осуществляются поездки в Тамань в сентябре месяце. И обязательно часть денег у нас предусмотрена на культурные мероприятия и помощь образовательным классам казачьей направленности. Если можно вот подробнее, как вот вы взаимодействуете с казаками и как организовываете их работу на курорте? Работу управления входит, самое главное, это координация деятельности, взаимодействие с казачьими обществами. У нас очень много направлений, где участвуют представители казачества в городе Сочи. Это и охрана общественного порядка, и оказание содействия в охране государственной границы Российской Федерации. Также казачество принимает активное участие в ликвидации всех стихийных последствий на территории города. Рейдовые мероприятия в вечернее время, где принимают участие казачество, входящее в состав казачьей добровольной дружины. А мы являемся координаторами всей этой работы, активно помогаем в решении вопросов, также возникающих у представителей казачества. Кубанское казачье войско укрепляет свои позиции. Только за последний год оно стало больше на 1500 человек, и сейчас в нем 45 000 казаков. Сколько казаков именно в Сочи? На территории города Сочи зарегистрировано 4 районных казачьих общества. Общая численность наших представителей казачества, входящих в федеральный реестр, 1432 казака. Кубань всегда называли житницей страны, а еще Кубань всегда ассоциировалась с казаками. И сегодня без казаков невозможно представить наш край. А вот поддерживают ли они статус общественной силы? Вот вы рассказали о том, чем они занимаются, охраняют общественный порядок. Вот сохранили ли они этот статус? Какова эффективность вообще работы муниципальных казачьих дружин? На сегодняшний день казачество – это самая большая помощь и опора городу Сочи. У нас казачество, помимо охраны общественного порядка, участвует в таких мероприятиях, как помощь в борьбе с самовольными строительствами в городе Сочи. Также принимает активное участие в вечернее время в охране общественного порядка на территории набережных, неохраняемых пляжных территориях. Ну и еще казачество у нас, многие представители казачества являются наставниками в образовательных учреждениях. Только с начала года количество казачьих ЧОПов в крае выросло с 7 до 43. И губернатор Кубани поставил задачу увеличивать количество казачьих охранных предприятий. В Сочи есть казачьи ЧОПы? На сегодняшний день на территории города Сочи работает ЧОП, который является краевым казачьим ЧОПом, называется он «Пластуны». Нашего городского ЧОПа казачьего у нас, к сожалению, пока еще нет, но сейчас, на сегодняшний день, ведется очень активная работа по созданию такого ЧОПа. Передавать казачьи традиции из поколения в поколение, конечно же, это очень важно. Об этом говорит и губернатор Кубани. Поэтому буквально недавно Вениамин Кондратьев заявил о том, что во всех школах края 1 сентября откроется казачий класс. Вот давайте послушаем, как глава региона объясняет свое решение. Будущее – это вопрос казачьего образования. Сегодня это тоже принципиально важно, потому что казачат надо воспитывать на самом деле не акциями, то, что по себе, не парадами, а системно. Они должны расти, они должны там, как минимум 7 лет понимать уже, что они казаки, и образование должно быть казачье. Мною принято решение ввести во всех школах края казачьи классы. Конечно, нельзя сказать, что это гром среди ясного неба. Все-таки казачьи классы стали появляться на Кубани достаточно давно. В нашем городе пионером оказачивания, если можно так сказать, является школа, которая носит официальный региональный статус казачье образовательное учреждение. Это 10-я школа имени атамана Сидора Белого. Там даже не один, а сразу несколько казачьих классов. Но вот планируют ли такие специализированные классы к 1 сентября открыть и другие школы? Буквально на прошлой неделе в городе Сочи атаманы казачьих районных обществ приняли участие в видеоконференции, которую проводило Министерство по образованию Краснодарского края. Оно проходило в гимназии номер 9, где шел разговор как раз-таки о создании казачьих классов и казачьих групп во всех образовательных учреждениях на территории города Сочи. И 1 сентября в каждой школе будет организована или группа, или класс казачьей направленности, где мы хотим принять самое активное участие с нашими атаманами, с нашими представителями казачества, потому что им есть что передать нашим детям. У нас очень много прекрасных людей, которые могут стать очень хорошими, сильными наставниками. Это все будет проводиться с учителями школ. С нашей стороны будет просто оказываться помощь, поддержка в каких-то познаниях казачьих традиций, устоев, обрядов. Губернатор, а также атаман Кубанского казачьего войска говорят о том, что войску, в принципе, нужны новые кадры. Казаков Вениамин Кондратьев предлагает обучать даже в вузах по целевому направлению. Необходимо, конечно, увеличение казачьих обществ. Безусловно. Но не насильно, ни в коем случае не насильно тянуть там за полу черкесский, ты иди к нам в казачество. Нет. А своими делами, своими поступками, своим отношением к станичникам, к людям, которые проживают в хуторе или в районном центре, все делать так, чтобы люди к нам пошли. А вот еще недавно на прошедшем совете атаманов решили, что вступать в Кубанское войско можно будет с 16 лет, когда юноши становятся на воинский учет. Вступает ли сочинская молодежь в ряды казаков? Очень приятно, и я горда это отметить, что на территории города Сочи ребята очень интересуются казачеством. У нас создано несколько исторических клубов, военно-патриотических клубов. Это именно создано руками представителей казачества. И дети с удовольствием посещают эти клубы. И мальчишки, достигнув 18-летнего возраста, на сегодняшний день пока такой возраст у нас определен, вступают в районные казачьи общества. Здорово. Также на совете, прошедшем, Вениамин Кондратьев напомнил казакам о необходимости самостоятельно себя обеспечивать, не надеясь на бюджет. Для создания экономической базы, для самостоятельного существования казакам выделяются сельхозугодия без торгов. В случае идет речь о выделении местным казакам земель? Конечно, ведется такая работа, и в последний месяц она была очень активизирована. Атаманы совместно с заместителями глав районов, курирующих направление работы с казачеством, объездили ряд участков, осмотрели их, и те участки, которые выбрали атаманы районов, были направлены в Кубанское войско для представления их в Департамент имущественных отношений Краснодарского края и дальнейшие процедуры оформления. Работа ведется, и мы заинтересованы в том, чтобы наши казаки получили земли и вели на них работы по сельхозназначению. Чтобы многие вопросы решались быстрее и эффективнее, казаки должны прийти во власть, заявляет Вениамин Кондратьев. В том числе атаманы должны занимать должности заместителей муниципалитетов. Сейчас в городах края решают и этот вопрос. Ирина Валерьевна, большое вам спасибо, что вы стали участником нашей программы, и больших успехов в вашей работе. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. И напомню, что гостем нашей студии была Ирина Шарапова, начальник управления по делам казачества администрации города Сочи. На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе всех событий города и до свидания.